Нет, пришла поздравлять меня со старым Новым годом, а я вообще забыла. Привет, мои любимые. Всех с наступающим старым Новым годом. Пришла подруга, говорит: Ирочка, поздравляю. Я говорю: с чем опять? Она говорит: так старый Новый год уже. Я говорю: о, Господи. И это ходит, тут воет. Кошечку загнала, смотрите куда. На тумбочку. Ходит, на нее рычит. Я только все понамывала. И пришли гости. Видите, я как это, как кошка. Знаю, когда мыть пол, мыть все. Что сейчас придут гости. Вот пришли. Послала Юльку, говорю: иди купи мне шоколадку, если Новый год, старый Новый год. Гулять так гулять. Да, Хорита? Косточка. Сладкая сахарная косточка. Хорита, хочешь косточку? Где косточка? Косточка. Она грустит, что Юлька ушла. Она так обрадовалась, ее выперла наконец-то на улицу. Юлька пришла и сразу же трынк и притащила ее мне. И пошла. Она думает, что я ее сейчас выпущу к Юле на улицу. Ага. Помечтаю. Смотрите, какой цвет красивый. Обалдеть. И он не такой даже. Он сиренево каким-то там голубым. А на самом деле сиренево-розовым. Такой красивый. Сеть! Ой, дурная. Какая ты дурная. Не могу. Хочу пойти. Сказала подруга, там такой снег идет обалденный. Это моя резиночка. Хура, нельзя. Нельзя резиночку, это не твоя. Одену сейчас свою крутую шапку. Хочу показать вам снег. Это что-то, смотрите, какая у меня шапка. Обалденная. Ждать, Хурита, ждать. Тут холодно, не ходи сюда. Говорит, там такой снег блестит, идет. Где идет? Может, мелкий? Да, мелкий. Смотрите, как красиво. И небо все. Вот там как будто какие-то города, замки, корабли. Вот тут вообще глаз смотрит один. Тут второй прикрыл, а может нет, так двумя смотрит. Психодел. Снежок идет. И Хорита воет. А я сейчас слушала Гузарову и вообще улетела. Просто. Оказывается, это моя любимая песня была. Просто я ее раньше не слышала. Слышала, не слышав. Слушала, но не слышала. Что? Юлю? Где Юля? Сидеть? Лежать? Молодец! Голос дома нельзя. Тебе что Юля сказала? А то сейчас тебе эту шапку одену. Будешь в красной шапке, чтобы все знали, что ты гавкаешь дома. Не бойся, Киренька, не бойся. Смотрите, что у меня есть. Спрашивал, что ты говоришь? Ничего, говорю. Суры арабские, говорю, когда так делаю. Например, субханаллах, 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 субханаллах. Или другие какие-нибудь. Или, например, ля иляха илляллах, ля иляха илляллах, ля иляха илляллах, ля иляха илляллах. Нет Бога, кроме единого. Моя косичка сидит, сидит. Со старым Новым годом, кисонька. Ты выросла на целый год. И тебя тоже, Хориточка. Хвостомах мой, хвостомах мой. Со старым Новым годом машет лапкой. Моя птичечка золотая,
машет лапкой, машет всем лапкой. Ты такая толстая стала, у тебя уже сзади шире, чем впереди. Раньше были такие мощные у тебя плечи и худой зад, а сейчас наоборот. Хорита, ты превратилась в порося. Вот если тебе так убрать голову и тут поставить свинюшью голову, то никто не поверит, что это собачка. Знаешь, хорошо, что ты не понимаешь, что я говорю. Хорит, пошли. Пошли, иди сюда. Иди. Дам кормик, на. На. Кормик, на. Иди. Иди. Смотрит одни глаза. Кто-то мне написал, и не первый человек сказал: Ирина, почему вы все время в наушниках? Вот кто задает эти вопросы? Кому это интересно? Вот непонятно. У меня так громко музыка, что я не услышу, когда придет подруга. Надо потише сделать. Вставляет в рамки и оценивает, и ставит на полочки, там дает название, вешает ярлычки. Все только ум. И все абсолютно почему, только от ума. Поэтому, когда у вас возникает такой вопрос: ой, почему он идет вот так вот, хромает? Это все... ваш разделяющий все ум, ограниченный разделениями, ограниченный какой-то статичностью. Он хочет вас держать в каких-то рамках, которых вас научил, которым вот этим рамкам научил вас, что вот туда нельзя, там упадешь, вот тут нельзя, тут холодно, а тут жарко, а тут что-то, а тут так. И вас постоянно обрезает, ограничивает вашу свободу безграничную, бесконечную. Постоянно вас так: стоп, туда нельзя, стоп, туда нельзя. И постоянно вопрос: а почему это так? А зачем вот это вот так? А как она так сказала? А что же люди скажут? Понимаете, и вкидывает вас постоянно в ограничения, постоянно в какие-то программы, постоянно в какие-то знания. Нет никаких знаний. Это иллюзия. Нет абсолютно никаких знаний. Потому что каждый миг вы другие. Вот пока вы слушаете, что я вам говорю, 2 минуты, у вас уже миллиарды атомов поменялись. Вы уже обновленные, а все еще мыслите теми стереотипами, которые вам вложили 5 лет назад, 10, 20, 30, что-то. Не знаю, кто звонит. Юлька, что хочет? Алло! 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 Говорите! Женщина бросила. Ой, не могу. На-на-на-на-на. Звоню ей сама. Алло! Что, солнышко? Какие у тебя вопросы, интересно, откуда я знаю? Есть один корм. Ну, может, один купишь, не знаю, как хочешь. Вообще можно не покупать, я утром сама схожу куплю. Давай. Знания могут быть только для статичных вещей. Понимаете, правила, знания, вот как вы покупаете, например, телевизор, и у него есть целый там этот самый, как называется вот эта хрень, инструкция к нему, вот правила, как им пользоваться, там еще что-то. Все, потому что он статичен, он не изменится. Вот как вы его купили, такой он и будет вот с этим. Опять звонит. Да что ж такое, ты мне не даешь общаться с моими любимыми зрителями. Алло. А, еще нет? Алло. Нет.
Нет. А там двойка есть овсянка? Так возьми. Так возьми, если хочешь. Для божественного творения, которое безгранично, бесконечно, в своей свободе, в своей осознанности, в своем проявлении божественном, понимаете, потому что Бог, он не имеет границ, не имеет окончания, не имеет начала, не имеет каких-то статичных вещей, он все, он абсолют, он как свет. Вот вы зашли в темную комнату и включили там, не знаю, спичку, свечку, и вот он пошел, его невозможно остановить, задержать, и он даже еще безграничнее, потому что это не как свет, это еще круче, что невозможно даже умом объяснить. Это невозможно удержать ни эфиром, ни железом, ни огнем, ни водой, ни какими энергиями, вообще ничем, потому что это божественный, бесконечный, вечный поток. Его невозможно вставить в рамки и сказать: вот это надо вот так делать, ходить надо так, говорить надо вот так правильно, ты написала шепот с буквой О, это неправильно. Ну это ж вообще фигня, это ж твой ум цепляется для того, чтобы ты всплыла над другими тем, что ты сказала всем: я знаю, как правильно пишется слово шепот. Не в этом же фишка. Главное, что все поняли, о чем речь. А вот эти вот правила, как писать слово шепот, это тебе впихнули в твой ум, и он тебя только в этом держит, дальше не отпускает. И ты не можешь придумать новое слово, которое еще больше выразит вот это вот слово шепот. Где-то так.